А перед началом этого видеоролика хотел бы вам порекомендовать офигенного дизайнера, который делает вам офигенную шапочку, превью и арт за очень маленькую цену. Я лично за него ручаюсь, так что ссылочка будет в описании, а мы приступим к ролику. И всем привет, ребят, с вами я, Тимон, и это новый видосик. В нем покажу, как сделать шапку как у Мандаря. Но я лично попытался сделать этот видосик, так что поддержи этот видос лайком и подписочкой на канал, а мы приступим.
Ну что ж, ребят, вот ролик подошел к концу. Я думаю, вам понравилось. И я в этом ролике попробовал сделать, конечно, шапку. И мне кажется, у меня более-менее получилось. Так что, ребят, всем спасибо, кто посмотрел, поставил лайк, также подписался. Всем удачи и пока.